Перенесемся в Валуйки. Там открыли обновленный многофункциональный центр. Отделение одно из пяти самых крупных в нашей области. Несколько лет местный МФЦ располагался в арендованных помещениях, что отрицательно сказывалось на узнаваемости бренда. Теперь на фасаде уже известен логотип «Мои документы», интерьер в корпоративных цветах. Все это помогает легко найти здание в городе. Здесь есть некоторые новые вещи, которых нет нигде в области. Например, станции бесплатные зарядки для любых гаджетов. Есть обновленные уютные места для получения государственных услуг самостоятельно. 6 мест таких комфортных. Специально помогают вам администраторы. Да, то есть вас не оставят один на один со сложными электронными услугами. Помогут обязательно. Особое внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. Для них, например, столы чуть выше обычных, к которым легко может подъехать инвалидная коляска. Было принято решение за счет окон приема открыть дополнительные места для самостоятельного пользования, где любой гражданин, заявитель может прийти, получить любую консультацию, зайти в госуслуги, например, зайти там, даже заказать железнодорожный билет, записаться на прием к врачу. То есть спектр услуг огромен. Любые услуги в электронном виде можно оказать именно в секторе пользовательского сопровождения. Сохранили, конечно, и привычные окна приема. Работают с посетителями 8 операторов. В зале также всегда находятся консультанты. Сейчас в МФЦ можно получить более 250 видов услуг.